Конкурс профессионального мастерства под названием «Сердце отдают детям» проходит в эти минуты в социально-гуманитарном колледже. На кону звание лучшего педагога дополнительного образования. Конкурсу предшествовал заочный этап. В этом году было представлено 17 работ, 17 участников представили свои образовательные программы. И после этого жюри определило на очный этап 6 участников, которые сегодня в зале. В финальном этапе конкурсанты уже выступили с визитной карточкой. Впереди открытое занятие и защита дополнительной образовательной программы. Конкурс «Сердце отдают детям» проходит в год начала реализации новой концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации. Такие соревнования позволяют выявить талантливых педагогов и содействуют повышению их профессионального мастерства и престижа. Кто же станет победителем, будет известно завтра.